15 февраля в Воткинском лицее состоялся финал городского конкурса «Педагог года 2018». Завершающим этапом для 9 финалистов стало выступление с публичной речью на тему «Грани профессии». Посмотрим, как это было. Имена победителей конкурса «Педагог года 2018» будут названы 1 марта. На сцене Дворца культуры «Юбилейный» состоится торжественное награждение в трех номинациях – «Педагог дошкольного образования», «Педагог дополнительного образования» и «Учитель». Победители городского этапа будут представлять Воткинск на республиканском конкурсе «Педагог года» в 2019 году.